Спортивный город – здоровая нация. Такую идею продвигают в столичной администрации. Там подвели итоги развития физкультуры и спорта в Чебоксарах за прошлый год и поставили новые задачи на этот. В прошлом году было проведено 400 спортивных и физкультурных мероприятий. Положительной динамикой отметили увеличение количества участников. В ноябре 2012 года управлением была разработана и утверждена муниципальная целевая программа по развитию физкультуры в городе на ближайшие 7 лет. Ключевой момент – создание условий для укрепления здоровья горожан. На территории стадиона «Спартак» за один год построят физкультурно-оздоровительный комплекс. На площади в 5000 квадратных метров расположится спортивный зал, два бассейна, залы для занятия тяжелой атлетикой и аэробикой. С 2014 года планируется реконструкция стадиона «Волга». Обновление спортивного комплекса позволит довести численность занимающихся до 900 человек. В спортивном комплексе «Волга» планируется возобновить занятия в группах по легкой атлетике, стрельбе из лука, плаванию, спортивной аэробике, боксу, волейболу, самбо, футболу, хоккею, фигурному катанию. Также предусматривается предоставление физкультурных и спортивных оздоровительных услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.